Здравствуйте, дорогие друзья! Наступила осень. Сейчас мы приступили к сбору урожая. В данный момент собираем черноплодную рябину. В этом году лето выдалось не очень дождливое, засушливое. И вот черноплодка, она не такая крупная. Черноплодки мало. Сейчас в данный момент собираем черноплодку. Наша задача быстро ее собрать до прихода дождей и заморозка. Ну, в основном вся черноплодка поспела, птицы начали уже ее клевать. Это признак того, что ягода уже спелая, сочная. Сейчас соберем, потом будем ее сортировать, отделять от стеблей, листьев. Ну и делать вино из черноплодной рябины. Затем ставим ее в подвал на брожение. И будет у нас классное черноплодное вино, очень полезное. Затем уже поспел виноград. Будем собирать также виноград, делать виноградное вино. Друзья, кому интересно попробовать наше виноградное вино из черноплодной рябины, пишите, звоните под видео, я оставлю свой номер телефона. Очень вкусное, очень полезное, насыщенное, настоящее домашнее вино, не пастеризованное, из вот такой ягоды, собрано в экологически чистом районе, вдали от городов. Ну вот и все. Продолжаем сбор черноплодки. Всем пока!